Многие игроки не знают, каким образом стоит стартовать на нашей BlackRush, и сегодня я решил вам помочь. Я покажу вам способ, благодаря которому обычный новичок станет реальным миллионером за очень короткий промежуток времени. Но перед этим я хочу напомнить вам о том, что в прошлом ролике мы разыгрывали 3000 рублей, которые получает вот этот подписчик. А если ты также хочешь получить бабки на халяву, то тебе всего-то нужно подписаться на мой каналчик, поставить лайк, написать огромное количество комментариев, итоги будут в следующем видео. И также не забывайте о том, что сегодня я, как всегда, нахожусь на нашей BlackRush, а именно на сервере Crimson, так что обязательно заходите и играйте вместе со мной. А если после захода ты хочешь стать реальным миллионером, то просто вводи мой личный промокод хэштег Бестик, благодаря которому ты получишь реально огромное количество денег на халяву. Все мы прекрасно понимаем то, что первым делом нам нужно будет выбрать один из серверов BlackRush, на котором мы собираемся играть, но пускай это будет сервер Cherry, я сюда захожу, после этого регистрирую себе новый аккаунт, выбираю скин вот такого вот бомжика, ну а почему бы и нет? Ну и мы благополучно появляемся на нашем спавне. Сейчас я захожу в промокоды, сюда ввожу промокод решетка пози, который выдает вам Bugatti на целых 50 часов, а также платинум VIP на 50 часов. Чтобы понимали, на данный момент это самый выгодный промокод, благодаря которому мы сможем неплохо так-то стартануть на нашем сервере. После ввода промокода мы подбегаем к вот такому вот подарку на нашем спавне. Это квесты для новичков, которых имеется просто дофигища. Выполняя эти задания, вы получаете опыт, который нам ну очень сильно нужен. Ну а также деньги, которые нам скоро пригодятся. Я выбрал первое задание. Оно оказалось довольно-таки легким. Я его выполнил и получил обещанные деньги и опыт. Также, помимо обычных заданий, у нас имеется Black Pass. Открываем задание, тут их имеется просто дофигища, мы их можем выполнять и за них получать бабки, ну а самое главное это опыт, так как в Black Pass у нас имеется уровень, который повышается благодаря выполнению различных заданий. Тут у нас имеются такие призы, как деньги, донат, машины, скины, аксессуары, и я уверен в том, что такие приколюхи вам не помешают. Выполняя задание, я забежал в больницу, и давайте, воспользовавшись моментом, я закажу себе медкарту, ибо лишняя она реально не будет. После этих действий мы вводим промокод хэштег 18к, с которого нам выдается 2 экспишки. Вот это уже нормальный подгон. Сейчас на нашем балансе имеются деньги, которые мы можем вложить довольно-таки правильное русло. Я сел на скутер и отправился в нашу автошколу, и мне кажется, вы уже догадываетесь, что я хочу сделать. Забегаем в автошколу, заходим в кабинет и начинаем сдачу на права категории Б. Делается это легко и просто, и буквально за 5 минут я получаю права. Не, ну по факту мы уже довольно-таки неплохо прокачали наш аккаунт. У нас имеется самая важная деталь, а именно это права. Как вы помните, в начале мы получили Bugatti Lanoir. Сейчас я отправился к автосалону высокого класса. Заспавнил эту машину, и вы просто понимаете то, что на втором уровне мы имеем тачку, которая стоит более 1 миллиарда рублей. Да, конечно, она выдается нам на время, но все же. Сейчас у нас имеется полная свобода действий, мы апнули уровень, заработали бабки и можем отправиться в правительство, устроиться на какую-то интересующую нас работу и на ней рубить бабло. Но если вдруг обычные работы вас не интересуют, то вы можете вступить в любую из фракций, их имеется довольно-таки прилично на нашем проекте, там вы можете получать бабки с Payday и попутно работать на обычных работах. Чтобы вы понимали, со всего этого в час вы будете зарабатывать около 300-400 тысяч, но все же это все не для меня. На самом деле мне больше интересно двигаться в каком-то своем направлении. И сейчас я прыгаю в тачку и отправляюсь на БУ рынок. Как вы понимаете, тут мы будем заниматься перекупом. А именно, вам нужно будет покупать машины ну очень дешево, торгуясь с продавцами. А после продавать их дороже и с этого иметь неплохую прибыль. Если же вдруг у вас все получится, вы заработаете неплохие бабки, то вы можете спокойно заняться ловлей домов. На самом деле это очень интересное занятие. Сейчас я стартую к информационному центру. Чтобы вы понимали, это именно то здание, в котором у нас имеется инфа о всех домах, которые совсем скоро слетят. И нам нужно дождаться момента слета. Когда вы заметили то, что хата слетит через 10 или 5 минут, вы фастом отправляетесь на точку, установленную на карте. И если вам повезет, вы словите дом за 300 тысяч. А после сможете продать его в 10 раз дороже, то есть за 3 ляма. И согласитесь, это так-то неплохой заработок.
заработок. Не, ну по факту, после всего этого вы станете довольно-таки успешным игроком при бабках и сможете задуматься о покупке личного бизнеса, который будет приносить вам пассивный заработок. Просто представьте ситуацию, вы заходите в игру раз в день и вам капает от 200 тысяч до 10 миллионов рублей. Мне кажется, это как раз-таки тот идеал, к которому стремится каждый игрок.